Легендарные легкоатлеты Мо Фара и Хали Гебреселаси не на шутку поссорились из-за кражи личных вещей британца в отеле, принадлежащем Эфиопу. Фара утверждает, что из его номера в Адис-Абебе пропали 2 телефона, часы и 2500 фунтов стерлингов. По его словам, его особенно возмутило, что ни владелец гостиницы, ни персонал не изъявили желания ему помочь. «Кто-то в отеле залез в мою сумку, взял мои деньги и мои прекрасные часы, которые жена купила мне в подарок. Этот отель принадлежит Хайле. И когда вы останавливаетесь там на 3 месяца, очень обидно узнать, что кто-то, у кого есть этот отель и огромная поддержка, ничего не может поделать. В конце концов, я просто сказал, они ничего не сделают. Так что я просто разочаровался в Хайле». Гебреселаси, в свою очередь, заявил, что разочарован заявлениями Фары, который, по его словам, отказался пользоваться сейфом или передать деньги на хранение сотрудникам гостиницы. Кроме того, бывший эфиопский стайер и марафонец утверждает, что британец ему угрожал. «Он сказал мне перед тем, как покинуть Эфиопию, я уничтожу твое имя и имя твоего отеля». Именно это вы можете прочитать в его смс-сообщении. Гебреселаси также рассказал, что Фара выселился из отеля, не заплатив положенные 2300 фунтов. Кроме того, по версии эфиопа, в коридоре гостиницы британец напал на супружескую пару постояльцев и мог оказаться в полиции, если бы не его помощь.